перечень вопросов и не вопросов. Вот вы отчитываете сейчас как глава администрации, да, за деятельность администрации. Вот 1 мая как глава администрации, да, администрация не согласовала мне мероприятие в прошлом году. Это был митинг памятника Ленина в старом городе. Выкопали там силами водоканала яму перенаправленная. Не согласовали пикет возле ярмарки. Технику для депутатов Госдумы от «Единой России». Приехать и опилить по моим заявкам деревья, попытка фальсификации выборов, два других участка. Не знаю, будете вы в этом году там устанавливать освещение, дадите такое распоряжение администрации или не дадите. У вас не было, я вас вообще первый раз вижу в качестве главы администрации здесь. То есть можно было провести деньги завести, но здесь явно непонятная схема произошла какая-то. Не знаю, ходите вы пешком, не ходите, слушаю, где-то на остановке стояли. Вот летом, во время предвыборного пиара «Единой России», да, принимал участие мною, точно не скажу, мною, не мною, но сейчас у вас в вашем же подчинении, при вас почему-то даете распоряжение, вы не знаете, кто дает. У меня ряд вопросов и предложений таких был, не знаю, успели вы записать, не успели. У вас все? Я не знаю, это был ли у вас вопрос, либо у вас был монолог с самим собой, диалог. Я слушал, да, на самом деле, те программы, которые были воплощены в 2021 году, они колоссальны для города. То, что было сделано очень много. И эти программы будут продолжены в 2022 году. Это комплексное развитие города, которое имеет ряд направлений. Если говорить про снег, да, есть проблемы. Мы от них не отказываемся. Магистральные дороги имеют нормативное состояние. Дворовые территории имеют замечания, с которыми мы работаем. Также имеют обращения от граждан, которые оперативно отрабатываются. Есть замечания, принимаются, мы с ними работаем и будем продолжать работу. По поводу вентиля, по водоканалу, по вашему пикету, не знаю, там я не готов ответить, не знаю, там какие у вас были проблемы. По поводу кампании избирательной, вы знаете, я слышал историю, но закончилась не совсем положительно в отношении вас. Я так думаю, ваше поведение должно все-таки соответствовать вам. Это вкратце. Те вопросы, которые прозвучали, я, конечно, сейчас мы их законспектировали. Мы подготовим ответ, то, что было озвучено, дадим вам автономные сроки.